Дорогие подписчики и гости канала «Одесская лирика» и таки «Да, Одесса». Давно я не записывал, можно сказать, звезду нашего канала, звезду Брайтона. Его зовут Мэйр Лански, это его сценический псевдоним. Вот. И вот сегодня он решил сказать, как говорится, аналитику свою об Украине, и дадим ему слово. Константин, давай. Значит, когда война началась, я анализировал, что российская армия немножко слабее гитлеровской, а Украина немножко больше Сербии. И если гитлеровская армия завоевала Сербию за 3 недели, то я оценивал, что Россия завоюет Украину за 4 месяца, поставив там угодного себе президента. Но 52 страны вмешались, и Украина не проигрывает эту войну, и я думаю, скоро выиграет. Каким образом? За счет поддержки иностранцев, потому что у самих украинцев у мая прошлого года, не этого, закончились собственные снаряды. Это все поддержка зарубежья. Спасибо. Благодаря западным технологиям. Благодаря. Скажи слава Украине. Слава Украине, героям слава. Так, еще для вас, дорогие. Здравствуйте, привет. Ребят. Это наш любимый Сергей Артемьев пришел. Вот. Короче, сейчас Мэйр Лански, он сам захотел, я, как говорится, поддержал идею, но это его инициатива, споет нам песню. О зиме. О зиме. Поехали. Снег кружится композитора Березина. Такого снегопада, такого снегопада давно не знали здешние места. А снег не знал и падал, а снег не знал и падал. Зима была прекрасна, прекрасна и чиста. Снег кружится, летает, летает, и поземкою клубя заметает зима, заметает. То, что было для тебя, на выпавший на белый, на этот чистый предвечерний снег, ложится самый первый, и робкий, несмелый, на твой похожий след. Снег кружится, летает, и поземкою клубя заметает зима, заметает то, что было для тебя. Раскинутся просторы на самой дальней утренней звезды. И верю я, что скоро по снегу доберутся ко мне твои следы. Снег кружится, летает, и поземкою клубя заметает зима, заметает то, что было до тебя. Спасибо большое. Аплодисменты. Что.